Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Галина Резникова, и вы на канале Галина Резников. Я приветствую вас. Я очень рада, что вы зашли и посетили меня. И я решила представиться, кто я такая. Мне 40, почти 7 лет, вот буквально через 2 недели, то есть почти 50. Я живу в Соединенных Штатах Америки. Миссури штат, город Сент-Луис. Наш город, наверное, славится больше всего тем, что у нас есть хоккейная команда Сент-Луис Блуз, и там играют периодически наши известные игроки, вот такие как Тарасенко. Мы большие фанаты нашей семьей. Вот, у меня трое детей, муж. Старшим детям у меня 24-21 год, уже почти взрослые парни, и дочь 11 лет. Вот. Я занимаюсь тем, что я стригу собак, это мое, можно сказать, предназначение, очень люблю это делать, у меня свой салон. Муж мой работает в строительном бизнесе, у него своя строительная компания. В Америке, в Штатах мы уже больше 25 лет и всегда жили вот в этом городе. Приехали прямо сюда. Я сюда приехала, мне было 19 лет. Мне нравится здесь уже жить, потому что я здесь уже живу больше половины своей жизни. Вот. Но привыкала очень трудно, мне было очень тяжело. Я сама из Латвии, из Риги. И родители, и родственники остались там, ну, еще в Москве, в Московской области. Родилась я, кстати, в Калининграде. Вот. Хочу сделать влоговый канал, потому что, наверное, во время вот пандемии совсем мне стало скучно. То есть я довольно-таки общительный человек. Люблю путешествовать. Мы любим путешествовать нашей семьей. Вот, и, наверное, эта потребность высказаться, общаться, она просто вот уже стала такой, знаете, уже не могу сдержаться. Вот, опыт работы, наверное, ну не на камеру, а на микрофон у меня есть, потому что я несколько лет работала в радиостудии, у нас была своя программа, у меня была своя творческая программа, она называлась «За чашкой чая». Я прям соскучилась с общением. Вот, у нас были такие, в общем-то, на любую злободневную тему у нас были разговоры. Мы приглашали в студию разных людей интересных. Это была христианская радиопрограмма. Вот, наверное, это будет влоговый канал, потому что мои интересы, это, наверное, и мукбанги, то есть болталка за чашкой чая или какой-то еды. Я люблю декор, я очень люблю все, что связано с огородом, садом, очень люблю смотреть других блогеров. Здесь у меня в Америке есть свой маленький огород, много чего там произрастает на таком маленьком-маленьком пространстве. Вот. Очень люблю все, что связано с путешествиями, очень люблю куда-то ездить в новые места. Вот, мукбанги, как я сказала, очень люблю заниматься поиском недорогого антиквариата. Вот, потом обязательно покажу вам свою коллекцию. Вот, ну, наверное, это все пока. Вот, сейчас сделаю небольшой обзор там, где мы живем, вот, и продолжим общение. Thank you.
вот, я думаю, все вам немножечко показала, рассказала про себя. Очень надеюсь, что вы меня поддержите. Мне сейчас очень нужна ваша поддержка, ваша подписка, ваши лайки, положительные комментарии. И еще раз, мой канал называется Галина Резников. Пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте свои хорошие, добрые комментарии. И я желаю вам всего-всего самого наилучшего, чтобы все были здоровы, счастливы, думали позитивно, и это обязательно к нам придет. Всего хорошего!